Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о человеческих поступках, которые кошки терпеть не могут. Кошки – независимые, самодостаточные животные. Если им что-то не нравится, они, как правило, стремятся это показать всем своим видом. Но иногда кошкам из большой любви к своим хозяевам приходится терпеть некоторые человеческие поступки, которые им не нравятся. Что же из человеческих действий мяукающие питомцы терпеть не могут? Давайте рассмотрим такие невыносимые для кошек поступки хозяев подробнее. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Излишнее внимание со стороны владельца, выражающееся в постоянном желании потискать питомца, не нравится мяукающим друзьям человека. Если кошке нужно внимание хозяина, она обязательно попросит об этом. А вот слишком активные поглаживания могут раздражать кошачьих. Точно так же дело обстоит с гляделками. Не надо смотреть кошке в глаза слишком пристально долгое время. Вы можете делать это из большой любви, а вот питомец воспримет игру гляделки как ваше желание показать свое доминирование над ним. Однако и недостаток внимания кошки воспринимают болезненно, поэтому лучше в своем общении с кошачьими соблюдать золотую середину. Гигиенические процедуры, особенно расчесывание, большинство кошек терпеть не могут. Желание хозяина привести питомца в надлежащий вид сами питомцы воспринимают с раздражением. Чтобы во взрослом возрасте кошка не воспринимала процедуры ухода как большой стресс, приучайте ее к ним постепенно с самого раннего детства. Шумные праздники, фейерверки, громкие споры, уборка с пылесосом – все это заставляет кошек нервничать, ведь эти животные любят тишину и покой. Если вы собираетесь хорошенько пошуметь дома с друзьями или устроить генеральную уборку с привлечением громкой техники, позаботьтесь о комфорте своей кошки. Подготовьте ей тихое и спокойное место на время шума, где она сможет чувствовать себя в безопасности. Желание человека сменить домашнюю обстановку, переехать, кошки также воспринимают в штыки. Мяукающие плохо относятся к любому изменению окружающей действительности. К смене места жительства кошек необходимо готовить заранее. В противном случае питомец может испытать сильный стресс, а впоследствии даже впасть в депрессию. Вы собираетесь приготовить необычное блюдо с резким запахом или решили использовать дома новый освежитель воздуха с цитрусовым наполнителем? Подумайте о своей кошке. Мяукающие в 14 раз острее, чем люди воспринимают запахи. И большинство из любимых человеческих запахов кошки терпеть не могут. К самым нелюбимым запахам у кошачьих относятся запах цитрусов, банана, лаванды и уксуса. Если не хотите, чтобы ваш питомец затаил на вас обиду, избегайте перечисленных действий. Думайте о комфорте вашего мяукающего друга, заботьтесь о его самочувствии, и тогда ваша кошка всегда будет радовать вас своим ласковым характером и хорошим настроением. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!